город Курск. Внимание на вертолетную площадку. Восточная Африка, Республика Сомали, российские представители Красного Креста оказывают помощь местному населению. В лагере представителей Красного Креста перевязывают раненых. Лагерь охраняет немногочисленная охрана из числа российских спецподразделений. Распри, которые царят в Республике Сомали, наносят существенный вред экономике страны. Гибнут ни в чем не повинные мирные люди. Все мировое сообщество, в том числе и Российская Федерация, делает все для того, чтобы на территории Сомали воцарил мир. В этом районе наиболее жестокостью отличаются представители группировки Аль-Шабаат. Это молодежное крыло знаменитой Аль-Каиды. Зачастую, находясь под воздействием наркотиков, они не испытывают жалости ни к кому, ни к старикам, ни к женщинам, ни к детям, ни обращают внимание на Красный Крест. Вы видите, как скрытно передвигаясь представители Аль-Каиды надвигаются на лагерь Международного Красного Креста. На передний план выдвигается джип с крупнокалиберным пулеметом. Над ним развивается флаг Аль-Шабаата. На нем арабской вязью написано «Приготовьтесь встретить Аллаха». Несколько человек из числа охраны занимают оборону. По ним бандиты начинают вести огонь из ручных противотанковых гранатометов. Thank you.
скажи, у донора рация. Чтобы предупредить основные силы о нападении на лагерь, российские бойцы бросают дымовую шашку. Именно эта шашка должна стать сигналом для основных подразделений российского спецназа. Представители Красного Креста прижаты к земле. Вторым выстрелом из гранатомета ранен боец российского спецназа. Второй начинает отбиваться. Это последний оплот обороны, который должны взять бандиты из Аль-Шабаата. Находясь под воздействием наркотиков, они практически в полный рост идут. Российский спецназовец ожесточенно сопротивляется. Вы видите, как бандиты захватили в плен контуженного охранника лагеря Красного Креста. Они донора собираются мочить или нет? Видя, что боец остался один и у него заканчиваются патроны, бандиты рывком поднимаются в атаку, чтобы подавить последний очаг сопротивления. Завязывается ожесточенная рукопашная схватка. Наш боец заколот штыком, второй привязанный к машине. В лагере царит хаос, прикрываясь идеями ислама. Хотя это только прикрытие. Бандиты бесчинствуют. Женщины кричат от ужаса. Они не знают, что их ждет. Заложники бандитам нужны для того, чтобы потом получить многомиллионные выкупы. Высаживается для того, чтобы подавить сопротивление Аль-Шабаата и уничтожить эту группировку. Медленно двигаясь вперед по незнакомой местности, вперед выдвигается на бронированной разведно-дозорной машине подразделение российского спецназа. Они не слышат. Внимание! Выстрел из РПГ! Я не знаю, что они... Спецназ
оттягивается за бронемашину, чтобы перегруппироваться. Бандиты пытаются стрелять в нашу бронемашину из гранатометов. Но, видимо, плохо бандитов учили их американские наставники. Российский спецназ рывком устремляется вперед на бандитов. Дружным ура поддержим действия российского спецназа! Вы видите, как один из оставшихся, последний оставшихся в живых бандитов, угрожая ножом, держит заложницу. Российский спецназовец смело бросается на врага. Заложница освобождена. Главный террорист арестован. Теперь его ждет международный трибунал. Слава российскому спецназу! Ура! Слава российской армии! Самой сильной армии в мире! Вот эти пацаны, которые участвовали, они вот, мы взяли их отсюда прямо, с форума. Лучшей благодарностью участникам сегодняшней реконструкции будут ваши аплодисменты. А вот он. Спасибо, участники, сейчас вы можете вот встать. Ну, это такая маленькая, мы обычно как... Сейчас вы видели... А тут мулы не было. Не, военно-историческую реконструкцию, а учебно-показательный бой. Через 5 минут вы сможете выйти на территорию.